Да я бы отправился на Луну за наносекунду. Но проблема в том, что мы больше не имеем технологий, чтобы сделать это. Мы использовали их, но мы их уничтожили. Теперь будет очень сложно восстановить их. Thank you.
проблем. Правда, тот проблемы не хватает. Перефиксируй его вот. Первые шаги в безвоздушный мир. Первое знакомство со станцией делают специальные гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. 5000 кубометров пресной воды. На дне 15-метрового бассейна точная копия сегмента МКС. Астронавты МКС, американец Кристофер Кессиди и его итальянский коллега Лука Пармитано из-за нештатной ситуации досрочно прекратили выход в открытый космос и вернулись на станцию. У итальянца появилась вода в скафандре. Нет. Я не верю вам. Так не может быть. Я не сказал, что будет легко. Я лишь обещал открыть правду. Стоп! Отпустите! Дайте мне уйти! Не хочу!